Это продолжение серии видео того, как заработать на Binance без трейдинга. Сегодня рассмотрим еще одну стратегию, как вы можете заработать. И она будет достаточно интересной, потому что она все-таки работает с трейдингом, но вам лично не нужно будет ничего торговать. Ну, так скажем, не нужно будет сидеть через Binance это все делать. Речь пойдет о роботе, поэтому усаживайтесь поудобнее. Если вы еще не торговали и не знаете, как торговать с помощью робота, как зарабатывать пассивным доходом, то обязательно посмотрите это видео, я думаю, вам будет это интересно. Поехали! Итак, если говорить о трейдинге, то в самом Binance мы можем либо участвовать сами в торговле, да, здесь работать через биржу, через маржинальную торговлю, через фьючерсы. Можем сами следить за графиками, ставить по лимиту, либо по рынку. В общем, самим разбираться в графиках, выстраивать какие-то диаграммы, смотреть, выстраивать стратегии, либо поступить немного проще. Благо, технологии уже это позволяют, и мы можем выстраивать наш трейдинг более-менее автоматически и лишь в некоторых моментах корректировать его, дабы зарабатывать и делать больше сделок и, естественно, зарабатывать больше процентов. Ну и в крипте, соответственно. Итак, с чего мы начнем? Это то, что вам понадобится криптобиржа. В данном случае это Binance, но это может выступить любая криптобиржа на самом деле. Но так как это серия про Binance, будем говорить про него. Дальше нам понадобится API. API мы будем подключать без возможности вывода средств. Здесь бот-робот будет только торговать и выводить ничего не будет. Здесь все достаточно хорошо и честно. Робот, которым мы будем пользоваться, называется BitsGap. Если вы следите за каналом, то уже, наверное, видели его. Про него я уже писал 2 видео. Это был начальный обзор и настройки. Поэтому я не буду останавливаться на настройках. Ссылку я скину на эти 2 видео, я скину в описании. Посмотрите общий обзор и посмотрите настройки, чтобы в этом видео я не говорил о настройках. Сама задача у нас в чем? Мы берем Binance или там другую криптобиржу, подключаем его к BitsGap. 2 недели у нас есть работа бесплатно, то есть вы можете протестировать эту систему. Я ее уже протестировал, у меня сейчас включена на максимальную, то есть здесь эта система вообще BitsGap, она платная, подписка, да, но сам смысл в том, что вы сюда не заводите деньги, то есть вы оплачиваете только подписку, работу самого бота. Как эта система работает? Вам нужно подключить криптобиржу, она подключается через личный кабинет. Когда вы зарегистрируетесь на BitsGap, вы заходите в My Exchanges, у вас здесь будет New Exchanges, подключаете, нажмете плюс, выбираете в данном случае Binance, у вас будет, у меня Binance уже подключен. Дальше вам нужно будет сюда APK ставить и секретный ключ вставить, Secret Key. Где он берется? Он берется у вас в Binance, заходите сюда, создать API, жмете, например, здесь пишете BitsGap. Дальше у меня здесь просят ввести 2-факторку, обязательно ставьте защиту, чтобы никто не мог взломать. После того, как я ввел защиту, мне дает на электронную почту письмо должно прийти. То есть у меня защита дополнительная. Первая это 2-факторка, потом это почта. Перейти на электронную почту и подтвердить. Заходим на электронную почту, подтверждаем. Здесь очень важно, поэтому внимательно, когда вы создаете API, вам дает ваш секретный ключ, secret key, единожды. То есть вы можете его посмотреть. Дальше, если вы захотите его посмотреть, у вас его не будет. У вас здесь создается вот такой QR-код, который вы можете подключить, создается ключ, его жмете копировать, заходите на BitsGap, вставляете сюда в APK вот этот ключ первый, далее заходите в секретный ключ, копируете его и сохраняете еще где-то у себя, вставляете сюда Secret Key и Connect. У вас сконнектится ваше подключение. Естественно, перед этим проверьте, чтобы у вас было только для чтения и чтобы была включена торговля и вывод был, конечно же, отключен. Вот. Разрешить доступ только к доверенным API адресам рекомендуется, но здесь можете вот это оставить как по умолчанию. Если у вас так, то можете оставлять так. Все, далее, когда вы это сделаете, у вас подключится ваша биржа, у вас будет вот так вот видна там Binance или какая-то другая биржа. После этого у вас будет работать ваш бот. То есть, ну как работать, вам еще нужно выбрать пары. Пары вы можете выбрать самостоятельно, я говорил уже про то, как это выбирать в видео как раз по настройкам, но я также еще в Телеграме веду небольшой такой блог, можно так сказать, да, где делюсь как раз таки некоторыми настройками. Здесь еще и бинарные опционы, но тут все намешано, в том числе и BitsGap сейчас. Вот, поэтому, если хотите, ссылочка будет также на него. Здесь я как раз выкладывал пары,
на которых вы можете, да, я буду их периодически мониторить. Лучше всего на данный момент работа это с S-Bot, здесь есть три стратегии. Больше всего, лучше всего пока что я вижу S-Bot, как работает, и в нем лучше всего работает, конечно же, это либо flat, то есть это боковик, когда в бок идет, и работает на рост хорошо. Если мы говорим про падение, то это, конечно же, скальпер. Будем работать с S-Bot, пока разберемся с ним. Как раз таки в этом паблике я говорю про то, какие монеты. Вот здесь в данном случае я больше выделил именно альткоины против альткоинов. И лучше всего это с BNB работа идет, потому что не так сильно волатильно, как биткоин, да, и не скачет так сильно. Но следите. Либо можете делать свой анализ, открываете тот же, например, TradingView и смотрите по парам. Например, у меня вот здесь куча пар, за которыми я слежу. И, ну, это пары, которые интересны в первую очередь мне. Какие будут интересны вам, я не знаю. Можете сами себе выбирать, там, отбирать и там уже мониторить их. Я, например, себе выбрал, какие мне интересны. И я выбираю в первую очередь альткоины, которые, если я купил бы, да, если в данном случае робот покупает альткоин, то я готов остаться в них. Чтобы вы поняли, например, Atom BNB. Если я закупился Atom, то мне не важно, останусь я в Atom или я останусь в BNB. Если я торгую, бот, да, торгует в Monero BNB, мне не важно, останется мой аккаунт с Monero либо BNB. То есть в данном случае я и ту монету я остаюсь в выигрыше. То есть я ее либо так куплю. Мне важно, как и BNB, мне важно также и Monero. Мне важно, как и Atom, мне важно также и BNB еще раз. Да? Я вам рекомендую также подходить, не покупать, например, какие-то шлаковые монеты против, там, например, битка, да, и потом мучиться, оставшись там холдером какой-нибудь этой шлакового шиткоина, да, поэтому лучше покупайте сразу альткоин, против которого вы там ставите другой альткоин, и вы бы готовы были остаться. Теперь насчет того, с какой суммы начинать. Работает бот с $50, ну, в криптовалюте, да, в данном случае, если вы держите на Binance. То есть вам нужно держать, чтобы у вас на Binance было там $50 минималка, и тем самым он у вас будет торговать. Сейчас у меня здесь меньше, но у меня потому что находится все на стейкинге и сбережениях. Это мой некий такой эксперимент, вы его тоже уже видели, если уже там смотрите там некоторое время, то, наверное, наблюдали. У меня есть видео, где я как раз про это снимаю, и я за этим слежу, поэтому у меня тут большинство монет все находятся на сбережении либо на стейкинге. Поэтому, в общем, не суть важно. Здесь суть важна в том, что $50 минималка, но есть такое но, что есть вот эти гриды. Это то, где будет покупаться и продаваться валюта. Поэтому вам нужно лучше всего от $100 ориентироваться. Это не с целью того, что там я там хочу заработать или я там что-то перестраховаться. Нет, я вам рекомендую это сделать, потому что если вы сделаете меньше, у вас будет меньше сумма, то гриды между вот этими покупкой и продажей будут больше. Это значит, что ему нужно сделать больше путь между покупкой и продажей. То есть здесь должна быть у вас процент вашей прибыли хотя бы, в данном случае 0.16, в принципе, неплохо, да, но это каждый, например, ваш профит, это 0.16%. Вот если мы сюда сейчас перейдем, Atom BNB, у меня стоит 0.4%, то есть это между гридами. С каждой покупки и продажи я зарабатываю 0.4%. Если мы перейдем XMR BNB, то я зарабатываю 0.46%. Видите, здесь гридов 18, то есть это вот всего их, и с каждой там покупки, вернее, с каждой продажи, даже каждый ему заработок, это почти 0.5%. Поэтому, с одной стороны, вы должны соблюдать баланс процентовки, чтобы больше зарабатывать, но в то же время, если вы поставите, например, больше, да, вот видите, сейчас гридов больше, он будет совершать больше сделок, но тогда меньше процент. Если гридов меньше, то будет совершать меньше сделок, но процент больше, но тогда, естественно, нужно дольше ждать, возможно, придется долго ждать. Поэтому баланс этот устанавливайте. Для этого здесь установлен у вас демо-счет, который вы можете вот здесь вот переключить и на демо-счету уже посмотреть, поторговать, посмотреть, какие монеты лучше всего. Вот, например, у меня демо-счет стоит BUT/USD. Мне дал за 12 дней и 5 часов 7,2%, что очень круто. Дальше у меня тут BNB BTC 0,27, самое мало, да. Дальше у меня здесь скальпер стоит BUSD USDT
0% вообще минус, да, пока что 1887, и там 2% почти XMR ETH, 5.53 BTC USDT. В данном случае BAT показывает хорошо, но здесь нужно еще учитывать тот момент, что какая валюта дешевеет. Например, если мы говорим про BTC USDT, то в данном случае, если вы зарабатываете в BTC, да, но в данном случае, видите, это не BTC, а USDT, но если вы зарабатываете в BTC, то против BAT, естественно, даже если вы заработали 7.2 на BAT или в BTC вы заработали 5.53, то, естественно, BTC у вас выгоднее получается, потому что сам курс выше. И так нужно учитывать эти моменты, поэтому выбирайте те альткоины, с которыми вам удобнее, и работайте с ними. Ну и, конечно же, здесь еще также важно это стоп-лосс выставлять. Стоп-лосс ставится здесь, это вы найдете все в видео по настройке. Ну и последнее, наверное, что стоит добавить, это оплата как раз-таки бота, как, если вы соберетесь оплачивать. Здесь есть месячная оплата, есть годовая, естественно, годовая, если вы оплачиваете, вам дешевле. Самое дешевое получается, в принципе, я пока что не увидел вот именно вот в этих двух какого-то суперкрутого предложения, можете перевести здесь на русский. В принципе, вам для начала, если вы новичок, вам хватит базовой модели, но я вам рекомендую взять там, ну, например, первый месяц вы можете протестить на $19 взять, да, там потестить, если у вас 2 недели прошло, и вы можете взять, вам пока этого хватит. И если вы увидите, что в этом есть плюс, а в этом есть плюс, потому что я уже там некоторое время торгую через бота, и я вижу, что он зарабатывает, можете взять на год, но, например, вы оплачиваете за год, но вы платите не 19 в месяц, а вы платите 15 в месяц, и тем самым у вас здесь работает трейдинг-бот, вам достаточно одной криптобиржи Binance, и плюс вы также 2 активных торговых бота можете подключить. 2 пар хватит, я думаю, что потом можете подключить и больше. То есть, ну, смотрите сами, как вам удобнее. На самом деле, я не хочу вам что-то навязывать, сами решайте. А насчет бота скажу так, сейчас, если перейти в историю, и если вам интересно, сейчас обновлю, а то у меня тут все на русском. Сама, кстати, программа бота, он на английском языке, поэтому, ну, не всем удобно, я уже привык. History, переходим. Сумма небольшая, но так как у меня здесь сумма была сама небольшая именно на Binance для трейдинга, можно сказать, что это круто. Смотрите, вот бот профит, это чистая прибыль за вычетом комиссии. То есть здесь комиссия учтена. Имейте это в виду, это чистая прибыль на аккаунте. Это вот столько, 78 059 сатоши. Естественно, если это была бы больше сумма, то смотрите, это 1.5%, 0.25, 0.32, 1.13 и так далее. То есть оно пошло. Я дальше его продолжаю использовать. Я дальше вот сегодня запустил XMR BNB. Сейчас у меня работает. Это вам позволяет зарабатывать на Binance без геморроя, без особых знаний. Единственное, вам нужно, конечно же, каких-то базовых знаний поднакопить, чтобы понять, какую монету выбрать. Чтобы вы не ориентировались только на мои прогнозы, сигналы, да, чтобы вы также еще и ориентировались на свое видение, какую монету. Например, может быть, вам будет интересна работа, там, не знаю, Doge BNB, да, или там будет эфир классик там против BNB или там против BTC. Вы сами должны учиться выбирать ту монету, которую вы хотите, на которую бы вы хотели торговать. Но именно с SBOT стратегии, да, вот именно стратегии работы, лучше всего выбирать это flat боковик, и лучше всего выбирать небольшой рост, тогда больше всего себя показывает этот бот, и тогда вы будете, естественно, зарабатывать. Надеюсь, это видео было полезно. Это так вот, галопом по Европам я пробежал. Естественно, вам нужно будет еще поразбираться, как и в рынке, в криптовалютах, если вы не работали с криптобиржами, с криптобиржей разобраться, с ботом разобраться. Но благо, все это есть у меня на канале. Поэтому обязательно подписывайтесь на канал, если не подписаны. Ставьте колокольчик, потому что если вы его не поставите, уведомления о том, что новые видео открылись на канале, у вас не будет. А я сейчас все больше буду писать именно там и про трейдинг, как зарабатывать. Но опять-таки, ребят, учтите, что мне сам по себе, например, трейдинг не интересен, как сидение и смотрение в график с целью там ставить самому покупки, продажи. Хотя я это делаю, но я делаю это избирательно, и в основном это работает
работа идет у меня с биткоином. Вы как будете торговать, ваша стратегия, она, конечно, остается за вами. Вы сами должны выстраивать свою стратегию, вы должны знать, когда покупать вы готовы, когда вы готовы продавать, а чтобы следить там за какими-то новыми проектами, за какими-то новыми сайтами или интересные какие-то вещи, что-то, что вы еще не знали, обязательно, как я и сказал, поставьте колокольчик. То есть, если у вас будет стоять колокольчик на уведомление, тогда вы будете получать вот здесь, вот у вас будет приходить там однерочка, двоечка, там, смотря что у вас там будет, у вас будет приходить уведомление о том, что вышло новое видео у меня на канале, и тогда вы будете следить за этими проектами, за какими-то новыми обзорами. У меня есть тут много всего того, на чем вы можете зарабатывать, не только на криптовалюте, но это ладно, это сейчас затянется еще видео, я буду тут долго разглагольствовать. Сама суть вам ясна, вы можете зарабатывать на трейдинге без вашего непосредственного ежесекундного участия на этом трейдинге. И, кстати, еще один момент по роботу, то, что он может совершать до 2000 сделок в сутки. Это, ребята, очень круто. Я думаю, что мало кто таким может похвастаться. И главный момент, то, чего он может делать, это он может покупать и продавать на тенях. Тени — это вот эти вот моменты, вот сейчас увеличу. Вот тень. Здесь не всегда мы успеваем покупать, даже если у нас стоит там, например, на лимит на покупку, на продажу. Мы не всегда успеваем, но бот это успевает делать. Покупает здесь, потом вырастает резко, он продает, и он не покупает, например, на... Он так обучен, у него это в алгоритме, он не покупает на хаях. То есть, видите, хаи все продажи. Как видите, вот зеленый это покупка, красный это продажа. Разбирайтесь в боте, он очень крутой, мне лично нравится, заработок в нем есть, можно много пар подключить, естественно, это зависит от вашего плана, у меня план максимальный, я могу сейчас много подключать, в том числе и на разных криптобиржах, но моя задача сейчас стоит больше на том, чтобы работать в адекватных парах альткоинов. Не буду затягивать, разбирайтесь во всем, ссылки будут в описании, я вам кратко изложил всю информацию, как вы можете это все подключить, настроить, дальше разбирайтесь сами, зарабатывайте, всем профита, удачи и пока!